14 октября – один из самых теплых и душевных праздников в нашей стране – День матери. Динамовцы не остались в стороне и накануне пригласили своих мам на игру с нефтехимиком. Пусть это была пятница 13-я, но вечер определенно удался. Мамы откликнулись на приглашение с энтузиазмом. Некоторые даже специально приехали пораньше из других городов, чтобы поучаствовать в «Динамо ТВ-шоу». Особенно приятным этот вечер стал для мамы Саши Коголева, которая впервые оказалась на Минск-арене и сразу увидела дебютную шайбу своего сына в КХЛ. Я вспомнила, когда он первый гол свой забил, когда вот объявили, что Александр Коголев, он вызывал пиздец, мама, моя фамилия прозвучала. И вот я что-то сейчас вспомнила момент, когда кричали Коголев. Конечно, приятно, что еще. Вот знаете, сейчас поспокойнее стало. Раньше вообще, вот, то есть, ну, каждое движение, все это вот умело. Сейчас мне поспокойнее, ну, надо уже как-то поспокойнее относиться, я же не могу тоже сидеть на трибуне там все время. Вы знаете, вот сколько помню, вот с самого рождения, да, мне вообще не доставляло никаких неприятностей, вообще неприятностей вообще не было. То есть всю жизнь, это начиная со школьной скамьи, мне говорили учителя, или он у вас такой способный, или вы им так занимаетесь. То есть вот одни отклики вот положительные. Он меня радует все время. Не отстал от товарища Егор Шарангович, чей гол во втором матче подряд утвердил превосходство зубров. Сын сделал такой подарок хороший мне, конечно. Он меня всегда по жизни радует. Хороший сын очень. Всегда мне позвонит, где бы он ни был, 10 часов вечера. Это можно сверять часы. Он мне всегда звонит и говорит: мама, спокойной ночи. Как отче наш, ему очень нравится, конечно. Все его приняли, хорошо очень приняли. Опекает Александр Кулаков. Он с ним так вот сдружился. И... Ну, хотя все очень хорошо относятся. Вот он дружит с Кулаковым больше, там Володя Денисов. В пятницу на арене не было более эмоциональных зрителей, чем динамовские мамы. Их сыновья не щадили себя, ложились под шайбу и даже шли в рукопашную с соперником. Ну, вы знаете, конечно, больно, когда вот получают травмы, когда вот, ну, к этому не привыкнешь. Но я прекрасно понимаю, что это работа, и я всегда за него болею, переживаю. И за него, и за команду, за ребят. Практически все игры посещаю. Приезжаем с Новополоцка, у сына ночуем и дальше. Но это не близко, да, но это же, как я, мы можем не поехать, это же, ну, работа моего сына, и он так предан хоккею, и мы, поэтому мы, ну, поддержать его. Но он очень нас радует, он просто прекрасный сын. Он нас очень любит, нам помогает. Вот последний раз приехал на день рождения, тут поздравил меня, уже все, тут прилетели мама, мы все, тут мы ждем гостей, и дочери нет. Тут является сын с большим букетом цветов. Всегда вот он меня, конечно, радует этим. Столь нужная нам победа стала прекрасным подарком всем мамам накануне их замечательного праздника.